Очередной рейд проведен рабочей группой, сформированной налоговой инспекцией в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Общественное питание», направленного на обеспечение повсеместного применения КГТ и выдачи кассовых чеков налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания. В состав рабочей группы вошли представители Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан, ДРО «Опора России», администрации города, а также аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Дагестан. Данные мероприятия направлены на увеличение доходной части республиканского бюджета. Сегодня мы видим, что многие рестораны, есть такие рестораны, которые не пробивают кассовый чек, чем они скрывают выручку и чем уменьшается налогооблагаемая база Республики Дагестан. Такие рейдовые мероприятия носят информационный характер, где проводится разъяснительная работа с предпринимателями о необходимости использования ККТ неформально, маскируя выдаваемый чек под счет, а согласно форме, утвержденной на законодательном уровне. Предоставляя этот счет в ресторане, они думают, что это представление чека, но это не фискальный документ, и выручка данных объектов общепита не фиксируется в налоговой инспекции, что, как я сказал, уже уменьшает налогооблагаемую базу. По словам представителя Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России», целью мониторинга также является и поддержка действующего бизнеса. Чтобы они были конкурентоспособны, правильно выстраивалась работа, и помочь максимально действующему бизнесу. Потому что нездоровая конкуренция, которая иногда происходит в силу того, что кто-то неправильно ведет деятельность, не пробивают кассовые чеки, как положено, чтобы не допустить этого и правильно велся бизнес, и в то же время, чтобы органы власти, которые у нас проводят мероприятия, соблюдали права бизнесменов. Первой точкой инспектирования стал ресторан «Щербет», где выявлен факт функционирования незарегистрированной контрольно-кассовой техники, а соответственно и выдачи нефискальных чеков. Тем самым данный предприниматель уклоняется от уплаты налогов в местный бюджет. Выдают документы, которые не соответствуют действительности, которые не предусмотрены законодательством. Мы пригласили руководителя данного учреждения на заседание комиссии, в котором мы будем объяснять, проводить мероприятие убеждения о том, что надо изменить свою позицию, значит, такую, идущую вразрез с федеральным законодательством. В то же время, конечно, будут и приниматься меры недобросовестным самим плательщикам. Далее комиссия также посетила кафе «Плов Хаус» и другие места общепита. Напомню, что подобные рейдовые мероприятия будут проходить в Каспийске на постоянной основе.